Всем привет! Это канал Any Nails, и я хочу вам представить свой курс наращивания верхними формами при помощи геля. Спеши порадовать своих клиентов и делать наращивание совершенно разное, с градиентами, с блестками, как делать, допустим, градиент на квадрате при помощи верхних форм, причем не потратив на это много времени. Сейчас очень много мастеров, и не все умеют делать наращивание, и тем более наращивание верхними формами. Если вы хотите радовать своих клиентов, уметь наращивать, уметь делать красиво, чтобы это все носилось, не отслаивалось, то, конечно же, вам нужно пополнять свои знания. Если вы чувствуете, что у вас есть пробелы в наращивании верхними формами, вы не понимаете, как наращивать, почему у вас происходят отслойки, или у вас слишком много наплывов, с которыми вы не можете справиться. Все это вы для себя решите в этом курсе, вы уже это разберете и сможете делать красиво. В этом курсе у вас будет и теория, и практика. На теории мы изучим, какие материалы и инструменты нам нужны в работе. Далее мы вспомним с вами, что такое строение и типы ногтей, для того, чтобы освежить свою память. На какие ноготочки нельзя делать такое наращивание, точнее просто не получится. Вы это должны тоже знать. Далее вы вспомните, как опиливать те или иные формы, это миндаль, и овал, и квадрат. Все это тоже просто для освежения вашей памяти. Ну и вдруг вы новичок, вы все это узнаете. Далее поэтапно разберем, какая подготовка должна быть натуральной ногтевой пластины для того, чтобы приступить к наращиванию. Как сделать так, чтобы все хорошо держалось. Это прям основа основ. Часто именно из-за этого происходят всякие отслойки, проблемы. Просто из-за того, что неправильно подготовили ногтевую пластину к наращиванию. Правила подготовки. Подбор верхних форм под разные типы ногтей. Следующее — это особенности работы с верхними формами. Далее покажу вам схему выкладки геля на верхние формы. Правила постановки верхних форм на натуральные ногти. Я расскажу там, под каким углом нужно ставить форму, как именно ее зафиксировать, как сделать фиксацию фонариком, как сделать фиксацию прищепкой, если у вас нет фонарика. Далее мы поговорим с вами об опиле. Какой опил должен быть вообще, если честно, он минимальный, но тоже есть там какие-то свои нюансы, которые вы должны знать, чтобы делать вашу работу идеальной, с красивыми изнанками, без наплывов, без затеков. Далее, почему происходят отслойки, их причины и как их избежать. Далее разберем основы моделирования и архитектуры искусственных ногтей. Как отличается салонное моделирование от арочного моделирования. Мы разберем там все, даже вплоть до гелей. Какие гели бывают, чем они отличаются. Помнем их, посушим в лампе. Я расскажу о всех нюансах именно гелевого наращивания. Далее этапы наращивания на верхних формах при помощи геля. Ну и, конечно, разберем ошибки, какие часто встречаются при наращивании верхними формами при помощи геля. На практике мы будем делать три формы: миндаль, квадрат и арочная балерина. Мы сделаем три урока, которые идут с фиксацией фонариком. Мы там будем все время что-то повторять. Все время в каждом уроке будет что-то новое. И там далее еще будут уроки таких же форм, но уже с фиксацией, с прищепкой. Вдруг у вас нет фонарика, вы его еще не приобрели. И я покажу, как делать это с прищепкой. Я старалась сделать этот курс без лишней воды. Уроки там не прям почасовые, чтобы вы устали, нет. Я старалась просто всю воду лишнюю убрать. Идет чисто нужная информация, там нет ничего лишнего. Я занималась очень сильным монтажом этого курса, поэтому постаралась сделать максимально информативным, максимально полезным для вас. Так что, если вам интересен этот курс, то приобретайте. Также во время прохождения этого курса вы будете получать мою поддержку про то, какой гель выбрать, какие формы выбрать, как, что я не так сделала, почему у меня там что-то отвалилось. Со всеми проблемами я буду вам помогать. Когда вы будете отрабатывать, вам не обязательно звать каких-то моделей, что-то еще, вы будете выполнять это на себе, чтобы понять, как это все делать, наращивать, как это чувствуется, когда фрезой под ноготком что-то выпиливается. Вы будете все эти нюансы знать, поэтому в этом плане даже легче. Вы всегда сможете сделать и отработать это без каких-либо клиентов. Самое главное, что вы уже в этом курсе из теории все поймете, и у вас все равно все получится и на себе, и на клиентах. Также не обязательно приобретать все верхние формы, чтобы сделать все формы, которые будут в этом курсе. Этот курс будет для вас всегда открыт, и вы сможете обратиться к этому курсу, посмотреть, вспомнить, как делать ту или иную форму, чтобы ее отработать уже в какое-то другое время. Я буду принимать все формы ногтей, которые вы можете сделать, какие формы у вас есть в наличии, и вы отработаете то, что вам будет полезно и интересно.
интересно. Ну и после прохождения этого курса и сдачи домашнего задания вы получите сертификат по прохождению этого курса наращивания верхними формами при помощи геля. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне в Телеграме либо в других социальных сетях. Всех жду на своем курсе.